Этот сорт был привезен, значит, из Голландии. Не имеет он названия, но условное название у него сейчас голландец. Вот. Голландец, летучий голландец. Значит, это условное название. Сигнальное плодоношение. Значит, вот такие ягоды глянцевые. Значит, они отличаются от кадрянки. Рост, видите, более разрыхленная. Шкурка такая вот тугая. Тугая. Приплюснутые эти ягодки с боков. Значит, сейчас он в стадии окрашивания еще находится. Вот, в стадии дозревания. В полном созревании должен быть черный. Значит, здесь тоже видно потенциал его урожайности. 4 грозди висит. Значит, голландец. Условное название голландец. Это у нас новый завезенный интродуцированный сорт под названием голландец. Вот, у него очень плотная хрустящая мякоть. Очень плотная. Значит, мы дегустировали его, показывали на прошлых съемках. Ну вот, еще раз попробуем. Значит, такая вот гладкая-гладкая, у него шкурка как пленочная, такая натянутая. Значит, очень упругий. Это именно технологический сорт. Ну, слышно, как хрустит. Видно, что темные косточки. Насколько плотная мякоть, и он сахарный. Вот такой вот сахарный, именно плотный. Для любителей плотного винограда это будет очень хорошим выбором. Значит, условное название голландец, завезен из Голландии.